Перейду к хорошим новостям. В нашем регионе уже совсем скоро начнут асфальтировать дороги. В планах отремонтировать и привести в нормальное состояние 69 улиц. В их числе микрорайон Нурсая, Самал, СМП-163, Балыкши и село Курсай. Бюджетные деньги для этого уже готовы. И вот как только будет разработана и утверждена проектно-сметная документация, специалисты приступят к своей работе. Состояние дорог – одна из основных проблем региона. На ее решение из республиканского и местного бюджетов предусмотрена сумма в размере 3,7 миллиарда тенге. Эти деньги будут направлены на асфальтирование 69 городских улиц. В микрорайонах Самал, Нурсая, СМП-163, Балыкши и в селе Курсай предусмотрено асфальтирование дорог на новых и имеющихся улицах, которые до сегодняшнего дня оставались незавершенными. На этом работа не закончится. Сейчас немало новых населенных пунктов, жилых секторов, где будут проложены дороги. Мы проведем анализ улиц, которые когда-то остались без асфальта. Работа по асфальтированию дорог будет идти ежегодно. Также предусмотрена реализация проектов по развитию городской инфраструктуры, в частности, в планах строительства пешеходных и велодорожек, автобусных остановок, проведения уличного освещения, отмечают специалисты. На сегодняшний день в городе Атырау проводится реконструкция главных улиц, в их числе проспект Бейбарыса, улица Габдиева, Валиханова, Гумарова. Также, согласно проекту, двухполосные дороги сменятся на четырехполосные, четырех на шестиполосные. Предусмотрено строительство пешеходных и велодорожек, автобусных остановок, установка современного уличного освещения. В текущем году эти работы нашли свое продолжение. Еще один злободневный для горожан вопрос – состояние моста в микрорайоне Жилгородок. По планам городского отдела ЖКХ, строительно-монтажные работы здесь начнут с апреля месяца. Проводится реконструкция улицы имени Ауэзова. В этот проект вошли ремонтные работы на мосту в Жилгородке. В следующем году протяженность улицы Ауэзова составит 2,8 километра. Из них 400 метров будут отремонтированы в текущем году. Остальные 2,5 километра в следующем. Кроме того, в городе есть дороги с незаконченным ремонтом. В их числе дорога от микрорайона Балыкши до населенного пункта Зарослый. Строительно-монтажные работы, начатые в прошлом году, еще не завершены. Реконструкция дороги от микрорайона Балыкши до населенного пункта Зарослый началась в 2021 году. В текущем году из-за низкой температуры работы были приостановлены. Они продолжатся с 3 апреля. Согласно установленным срокам, ремонт дороги протяженностью 5,7 километров должен завершиться в текущем году. Помимо этого, в текущем году предусмотрено асфальтирование улиц в микрорайонах Бирлик, Балауса и других пригородных населенных пунктов. Равиль Ашигали, Алихан Хайдар, Куаныш Исмагулов, служба новостей.